Добавим теплого солнышка в наши ленты и поговорим про такую замечательную сыворотку Milban или Judah Limber Serum. Она предназначена для тонких волос и служит как термозащита, а также восстанавливает волосы на глубоком уровне благодаря ключевому компоненту SMATC, который проникает в волосы вплоть до самого кортекса, восстанавливает прочность и эластичность волос. Также эти сыворотки, а вот такой вот вариант Mellow для более плотных, непослушных волос, это незаменимые средства, как укладочная серия, потому что они содержат специальные микросферы. Эти микросферы встраиваются между нашими волосками и служат силуэту красивой укладки. То есть волосы не распадаются на отдельные прядки, а лежат очень красивым силуэтом. Они добавляют блеск, а вот этот вариант уплотняет визуально тонкие волосы. Сыворотки для тонких волос или Judah. И опять-таки мы вначале разогреваем между ладонями этот уход. Вот так разогреваем. И потом мы уже наносим вот таким образом легонько на все полотно волос, акцентируя внимание, конечно же, на кончиках волос. Видите, вот так. Она абсолютно не утяжелит, если вы нанесете ее на все полотно волос. Но при правильном нанесении вы не утяжеляете волосы. Они у вас блестящие, шелковистые, прочные, кончики не обламываются. Очень важно просто знать эти простые правила.